Всем привет! С вами вновь Альпиндустрия и я Алексей. В прошлом сюжете мы решали, какой носок подойдет лучше для конкретных целей. А сейчас я расскажу вам про основные материалы, которые используют для изготовления носков. Начнем с утеплителей. Шерсть. Отличный натуральный утеплитель. Рекомендуется для малой и средней активности. Но сама по себе шерсть быстро протирается и намокает, поэтому используется в сочетании с синтетическими волокнами в разном процентном соотношении. Прималофт. Микроволокна из полиэстера, покрытые силиконом. Отлично сохраняют тепло, при этом не боятся влаги и быстро сохнут. Погода холодная, активность средняя или высокая. Альпинизм, горные лыжи, трекинг. Термолайт. Полые волокна из полиэстера, обладающие лучшей паропроницаемостью, чем прималофт. Как следствие, термолайт уступает прималофту в теплоизоляции, но лучше дышит. Хорошо подойдет для активности в зимнее время и использования в межсезонье. Полартек. Редкий гость в составе носков, но даже и здесь знаменитый флис нашел свое применение. Экстремально теплые носки Larpen Inferno Expedition – хороший тому пример. Рекомендую использовать эти носки как вторые или даже третьи для бескомпромиссной термоизоляции. Tencel – это торговое название натурального волокна лиоцел, полученного из целлюлозы. Приятное на ощупь, отлично впитывает влагу, но быстро протирается. Поэтому в состав носка с тенселом добавляют синтетику. Используем в теплое время для комфорта и влагоотвода. Coolmax. Волокно из полиэстера, имеющее большую площадь для испарения влаги. За счет этого носки с Coolmax отлично отводят влагу и быстро сохнут. А это, в свою очередь, способствует отводу излишнего тепла. Используем такие носки в жару или при высокой активности. Polycolon. Это волокно из полипропилена, которое отводит влагу и обладает антибактериальным эффектом. Носки с поликолоном рекомендую использовать при высокой активности и при длительной носке. Нейлон. Нейлоновое волокно очень прочное и используется в носках в зонах трения. Это пятка и мысок. Благодаря такому усилению носки прослужат нам долго. Лайкра. Это полиуретановые волокна, которые держат наш носок всегда в форме. И даже после многих стирок носки сохраняют подтянутый вид и не сползают с ноги. Для хороших носков 10% лайкры в составе – то, что нужно. Обращайте внимание на состав носков, смотрите наши видеосоветы и до встречи в горах!